Ашинские сыщики обнаружили труп 35-летнего хозяина одной из квартир. На его теле оперативники насчитали несколько ножевых ранений в области грудной клетки и шеи. Что с ним случилось и кто его убил, оперативники вычислили быстро. Оказалось, здесь была пьянка. В ходе вечеринки у хозяина жилья возник конфликт с гостем. Приятели поссорились, и собутыльник схватился за нож. Сотрудниками отдела уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый, ранее несудимый, житель города Сим, 1974 года рождения. Предполагаемый 37-летний убийца арестован и сейчас в следственном изоляторе. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.